На этой неделе в городском доме культуры состоялось традиционное чествование одаренных детей и талантливых педагогов Славянского района. По итогам 2015-2016 учебного года «Созвездие талантов». Кто стал героями праздника на этот раз, смотрите в материале моих коллег. Усердие, стремление проявить себя во всех видах деятельности, интеллектуальные способности и желание их развивать, любознательность. Эти качества позволяют ученице лицея номер 4 Анастасии Калининой добиваться самых высоких результатов. Она неоднократный призер олимпиад по русскому языку окружающему миру. К участию в олимпиаде я готовилась долго, читала книжки, грамматика, окружающий мир. Я люблю познавать мир. Славянск на Кубани – город одаренных детей, ярких личностей, способных удивлять и восхищать своим творчеством, высоким интеллектом, талантом. Подтверждение тому – более 70 детей. Они не просто учащиеся школ, а победители, призеры, лауреаты краевых, всероссийских, международных олимпиад, интеллектуальных конкурсов. Их наставники, учителя, более 60 педагогов, были награждены в этот день. Это люди, которые передают свою мудрость, талант, по маленьким кирпичикам строят будущее детей и, веря в них, раскрывают дарования. Среди почетных гостей присутствовал глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что молодых дарований в нашем районе очень много. Я хочу сказать спасибо всем нашим детям, которые своим трудом, своим талантом, упорством, бессонными ночами достигают серьезных результатов. Вот Виталий Иванович сейчас мне говорит: Роман Иванович, а в этом году больше побед у нас в конкурсах, больше побед в олимпиадах. Большое вам за это спасибо, потому что и олимпиады меняются, и задания меняются, они усложняются, и вы все же побеждаете. На сцене городского дома культуры чествовали победителей краевых, всероссийских, международных олимпиад, творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсов и соревнований. В зале собрались все те, кто своими победами прославляют Славянский район. Одна из них – выпускница 18-й школы Карина Якубенкова. Она участница Всероссийского научного конкурса имени Вернадского. На этом конкурсе Карина представила исследовательскую работу, над которой работала 2 года. «Великая Отечественная война в числах и датах в истории Славянского Кубани». Так звучала тема ее исследования. Когда я начала писать эту работу, я столкнулась с тем, что материалов нету вообще. Ни в библиотеках, то есть там очень мало. Про Славянск на Кубани действительно очень мало. Но мне очень помог архив Славянска на Кубани, которому я принесла грамоту с университета Ломоносова. Архив мне помог в том, что я открыла подпольное партизанское движение. Я исследовала то, что концлагерь был. В Анастасиевске был 2-й по величине в России. Ежегодно на празднике выбирают победителя в номинации «Ученик года 2016». На этот раз этого почетного звания была удостоена Полина Добрянская, ученица лицея номер 1. Учитель русского языка и литературы лицея номер 1 Елена Ряднова победила в номинации «Педагог года 2016». Особыми способностями может обладать не каждый. Отрадно, что в нашем районе талантливых детей с каждым годом становится все больше. Каждый из них, несомненно, тонко чувствует окружающий мир, уверен в своих силах и определился с жизненными целями. Награды нашли своих героев. Прозвучали имена ребят, учителей, которые принесли славу нашему району. Сколько будет у этих ребят впереди покоренных вершин, покажет время. Главное – не останавливаться на достигнутом. Ведь впереди новые испытания и победы. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».